Всем привет! Сегодня воскресенье. Мы с Уляшкой собрались уезжать. Я встала в 6 утра, сейчас уже 8. Почти. Улька уже позавтракала. Ну, то есть я ее разбудила просто. Вещи уже собраны. Сейчас Уляна купит билеты онлайн. В последнее время все покупаем билеты онлайн на автобус. Нам на 12:30. Потому что завтра на работу надо дома что-то сделать. Прогуляли все выходные. Я еще пока валяюсь. Времени полно. Я не знаю, во сколько мы, часов 10, наверное, будем выезжать. Еще 2 часа. Может, раньше. Посмотрим. Ну, мы уже все, и мусор собрали, и я уже все сделала. Хорошо было. Я готовила сколько дней. Как вам видосики? Ладно. Мы собрались, все убирали, полы Уля помыла, все. У нас куча вещей, переться с ними, да еще кроссовки. А ты в чем поедешь? В Кроксы. А, ладно. Ой, знаешь, что надо кровать на место пододвинуть, да? Я к этой розетке подвигалась. Теперь точно все. Очень комфортный трамвай. Нам ехать далеко. Кондиционер вообще великолепно. Ну, 80% таких трамваев в Краснодаре заменяют. Там, я не знаю, красных вот этих старых, сколько их осталось. В основном все вот новые трамваи. Может, на каких-то коротких маршрутах и есть эти красные. Так что поехали мы. Время сколько, я не знаю. 10:46. Нормально. На вокзале. Домой очень хочется. Сейчас пойдем на автобус. Ты ходила, маршрутку смотрела? Прыщ. Потеешь сейчас так. Ждите нас дома! Уляш, я вижу, все прекрасно. Уль. Не демеция. Что за херня это? Все, приехали домой, ребята, так голова болит. Затылок. Это упало, да, давление? Ой, господи. У нас пасмурно. Может, хоть дождик пойдет. Куча
На мне два рюкзака и сумка, и пакет озоновский. На Уле рюкзак Валберис. Все, дом, милый дом. Что тут, Зарочка, ты живая? Девочка моя. Ты тут живая? Боже, что это? Что это? Что здесь было непонятное? Зар, а что это делает картошка? Пиздец, что тут творилось? Сейчас, Зара, подожди. Сейчас. Еда есть. Ой. Сейчас я посмотрю, гараж закрыт. Живая вроде Зарка. Только я не помню, что это за картошка. Вообще непонятно. Гараж открыт. Вещи побросала. Гараж закрыт. Значит, Кирилл сегодня может... Сейчас выйду, подожди. Гляньте, гляньте. Где она там? Я не вижу. Дима, залетай. В общем, короче, домой зайду. Не знаю, это или Кирилл уже приходил, или она с вечера ничего не ела. Ладно. Да, и ты тоже, Филимон Пантелеевич. Гляньте, чистота. Невестка все поубирала, почистила тут. Гляньте. А что они тут? А, стул зачищали. Будут, наверное, сегодня придут красить. Да, зачистили они его. Перекрашу. Ай, Зара орёт. Гляньте, чистота. Спасибо, Кристюша, спасибо. Зарка орёт. Пойду Зару доставать. Пойду до мамы, пойду до Тани. В общем, короче, пиздец у меня. Делов, мама родная. Ноги-то болят. Видите, у меня пластырь. На той стороне пластырем. Ай, куда влезла? Ай, пофиг, вообще пофиг. Дождик покапал чуть-чуть. Чуть-чуть совсем дождя полило. Сейчас, Зар, я еле хожу, блядь. Сейчас со всех сторон. Дома шаром покати. Надо что-то приесть, приготовить. Я завтра на работу уйду. Звезда-то дома. Хочется лечь отдохнуть. Если честно. Сейчас мама увидит меня так. Вот это. Я не могу понять, что это за картошка. Надо Кириллу звонить. Что это я тут разбросал? Непонятно. Комбез. Ладно. Сейчас-то я не смогу одной рукой. Так, ну что, ребята, выходные закончились. Я варю Ульяне суп. Это собакам. Включала духовку. Это посуда. Наготовила себе на работу на 4 дня как раз. Здесь рыба с овощами, рыба тилапия с овощами. Все просто потушила, сметаны чуть-чуть добавила. Так. Капец, стирка постиралась, надо сейчас вывесить. Вот я уже включила эти часы. Сейчас я прикреплю к этому видео обзорчик. Я вчера снимала его. Просто я его не прикрепила. Посмотрите. И то я еще только процентов на 30 у них разобралась. Тут куча всего. Это антенна. Потому что здесь есть радио.
Ну все, ребята, не могу вообще, ноги не идут, а еще куча дел. Вообще куча дел. Посуду домыть. Я уже попылесосила. Обед на работу приготовила. Все, в общем, хозяйка, бляха-муха. Ну все, всем пока-пока. Хорошей трудовой недели. Посмотрите. Еще вам тут покажу немножко. Это миниола. Леночка, которую ты мне миниолы, ты мне с Сочи привозила. Я посадила их. Смотри, красота. А это жгучий перчик. Нам посмотрим, что будет. Все, ребят, пока. Ребята, я не могу не снять обзор на эти часы. Я просто сижу, как в игрушку, играю с ними. Это просто, я не знаю, это... Такого не бывает. У них регулируется свет. Если я вот сюда нажму, это радио. Сюда, тут, короче, это просто жесть, ребята. У него вообще тупо выключил этот часы, работает как светильник. Это ночной режим, это дневной. Что здесь еще? Это сейчас я радио включила. Сейчас, Уляш, подожди. Я обзор снимаю. Сейчас. Значит, ночной режим. Плюс-минус, гляньте. Это чисто вот ночник. Это я пока две программы настроила. Ой, я вообще не знаю. Это просто шикарно что-то. Не могу не снять. Будильник, естественно. С установлением совета нового так. Поменялось и употребление предприятия. Оно стало... Надо программы, короче, установить. В общем, им играться надо. Я просто в шоке от него. Вот, просто выключила. Это магазин Эльдорадо. У них цена, короче, 700 чем-то рублей. Но по бонусной программе он нам вышел 500 чем-то рублей. Просто игрушка. И это того, что я еще не знаю, что здесь есть. Чего тут только нет. Офигенный, просто офигенный светильник. Популяризатор науки, учитель физики Ярослав Свайкин. Все просто выключила нафиг и все. Еще одна забавная история связана с борьбой с влажностью. А тут еще пленочка. В общем, короче, это сейчас время я настрою. Вот так.